Приходской праздник встретил Свято-Георгиевский храм Краснодара. В день обновления храма великомученика Георгия в Лидде горожане собрались за божественной литургией, а после службы состоялось освящение уникальной для Кубани купели. Торжественная литургия была совершена в Свято-Георгиевском храме хутора Ленина в день памяти обновления храма великомученика Георгия в Лидде. Событие это произошло в IV веке. Для Георгиевского храма оно тоже является своего рода престольным праздником. Возглавил литургию референт митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора архимандрит Трифон Плотников. Сослужили отцу архимандриту настоятель и духовенство храма и священнослужители других приходов. В их числе был и настоятель Михайло-Афонской пустыни Адыгейской епархии архимандрит Герасим. Торжественность богослужения подчеркнула исполнение символа веры прихожанами под руководством настоятеля иеромонаха Спиридона. Пение киевским распевом всегда звучит в этом храме в дни самых больших праздников. Помолившись, крестным ходом направились к недавно отстроенной часовне. Часовня посвящена празднику Богоявления. Здесь же расположили купель полного погружения. Чин на освящение Богоявленской часовни также возглавил архимандрит Трифон. Такая купель, расположенная прямо на улице, пока единственная на Кубани. Планируется, что этот водоем станет маленькой Иорданью, в которую будут погружаться верующие в праздник Крещения Господня.